сьогодні ми робимо день для себе, для нас, для рідненьких, щоб ми трошки відпочили, бо всім відомо, що середа – це вже екватор тижня, і трошки починає вже тиждень іти на спад, і ми починаємо себе почувати вже не так піднесено, як то було у понеділок. Тож сьогодні будемо робити собі приємне. Розпочинаємо ми із нашого обличчя. Запросили нас експертку із натуральної косметики Юлію Сокольську. Вітаємо вас. Я сподіваюся, ви сьогодні розкриєте всі секрети, як виглядати на 100% подобатися собі і, звичайно, оточуючим. Доброе утро всем. Да, я пришла с тем, чтобы поделиться действительно секретами молодости и красоты. Поэтому хотелось бы всем вам рассказать, как правильно за собой ухаживать, с чего начать утро и, собственно, что можно использовать в домашних условиях. От, давайте нашу розмову дійсно і поділимо на два блоки. Те, що можна зробити вдома, ну і там трошки, може, обмовимося про косметичні процедури десь в салоні за шалені кошти. Ні, я передумала, не буду другого блоку. Давайте дешево в домашніх умовах. Що можна зробити вдома, щоб реально, кажуть, шкіра має бути свіжою, сяючою, здоровою? Що для цього робити? Да, действительно, хотелось бы всегда иметь кожу светящейся, здоровой, да, чтобы сохранить молодость подольше. И хочу сказать о том, что кожа – это индикатор состояния нашего организма. Поэтому то, что происходит с нашим организмом, кожа это и выявляет наружу. Да? Поэтому если у вас есть какие-то внешние дефекты на лице, нужно обратить внимание на внутреннее состояние. Это гормональные сбои, возрастные изменения, какие-то перемены в организме, то есть это все отражается на состоянии кожи. Тобто купа флаконів у нашій ванні, це ще не гарантує того, Нет. що ми будемо виглядати феєрично. Нет. Это то, что поможет нам выглядеть, но в первую очередь нужно разобраться внутри себя. Поэтому наша природа-матушка, да, подарила нам множество всяких рецептов, множество всяких интересных продуктов, которые наполнены необходимым количеством микро-макроэлементов, витаминов, фолиевой кислоты, кислотой, аминокислотами, то, что поможет выглядеть. А современная косметология, современные косметические продукты, косметологические фирмы, которые фармацевтические изготавливают, да, для нас, такие вот экспресс-продукты по уходу за собой, они, собственно, состоят из ингредиентов, который подарила нам матушка природа. Вот, поэтому сегодня мы будем знакомиться с клубникой. Да? Так, бо сьогодні, як я вже з'ясувала, сьогодні день полуниці у США. Ми вирішили сьогодні її не їсти, вирішили використовувати її за іншим призначенням, зробити собі красиву шкіру. Знаємо, що часто у фільмах, ось, знаєте, такий улюблений трюк, коли дівчина наносить собі просто полуницю на обличчя. Спочатку її їсть, а потім наносить. Так, ну вона й наносить, і їсть, вона це робить постійно. Да. Це смачно, Кирило, зараз переконаєшся. З'їсти, а потім наноситися. В процессе едим и мажем, Да. Что дає нам полуниця? Клубника на самом деле очень богатая витаминами. В ней огромнейший перечень витаминов А, Б, ПП, группы С. Причем витамина уступает, клубника уступает витаминам С только смородине. То есть это самый богатый продукт, содержащий витамин С. В ней также содержится фолиевая кислота, аминокислоты. Естественно, клубнику используют многочисленный экстракт вытяжки из клубники вот в процессе переработки, в процессе трансформации на нанотехнологии. Да, вот, из клубники изымают все полезные вещества и помещают уже в современную косметику. Ну, мы сегодня вот используем, что можно... Из клубники можно сделать пилинг очень хороший, потому что в ней содержится витамин С, то есть осветление пигментных пятен. У кого тусклый цвет лица, пигмент... Це зараз тебе описують, слухай. Так, все в одному. Уставша кожа, обезвожена кожа. Причому клубнику можна приміняти, або продукти з содержанням витяжки з клубники можна використовувати як для кожи жирної, як для возрастної, так і для сухої. Ну, в зависимості від того, що ми в неї потім додамо. Тобто, якщо ми використовуємо більш увлажняючий питательний, то це буде вже для сухої кожи. Якщо ми її використовуємо в чистому виді, або додамо в неї глину, мед, это будет для жирной кожи. Вот, поэтому клубника очень хорошо сочетается с любыми ингредиентами, и ее можно как бы единственно... Лише полуниця, це як один из вариантов, в теории вона може бути ингредієнтом для будь-якої маски. Конечно, да, да.
Да. В нее можно поместить масло, и это будет способствовать тому же увлажнению. Но только здесь нужно быть очень осторожным, потому что клубника, ну, считается аллергенным продуктом. И прежде чем вы будете наносить клубнику себе на лицо, да, на тело, нужно протестировать, ну, желательно на мягких тканях, запястье, там, где близко кровеносные сосуды. То есть если нет у вас раздражения, аллергии, либо вы не знали, да, либо знали, лучше ее как бы не использовать, не экспериментировать, потому что може вийти такая. Да, потім просто буде незапланований візит до алерголога, але я знаю, що Кирило, він поглинає дуже багато полуниці, тому у нього із цим проблем немає, тож пропоную починати зробити цю дивовижну полуничну маску. Зараз ти будеш героїною, саме героїною якогось фільму. А в нас є полуничка. Так, Толік, я сам у шоці, не дивись на мене так. В нас є полуничка. Власного виробництва, можна сказати, бо це, Рудніва, бо це перетирала, та Анастасія Руднєва своїми ручками збирала, поділилася, дістала з холодильника, принесла особисто для тебе, Кирило. Так, поки ви відкриваєте, я принесу вам інструменти. Давай. Хочу еще сказать, что клубника может хорошим служить вам и пилингом, потому что в ней содержится, как я уже сказала, витамин группы А. Это ретинол в чистом виде, он очень хорошо отбеливает ваше лицо, осветляет пигментные пятна. В клубнике также содержатся мелкие гранулки, частички. Но хочу предупредить барышни, у которых есть воспаление на лице, да, там высыпания всевозможные, либо открытые какие-то ранки, ни в коем случае не используйте, не экспериментируйте, потому что, ну, все-таки будет раздражение и неприятные последствия. Вот. И вот этими вот мягкими косточками можно очень осторожно отполировать. Но очень осторожно и не так часто, да. Но это то, что мы предлагаем, не пропагандируем, но можно использовать в домашних условиях. Итак. Якусь молитву треба читати там перед тим, чи... Ну, молитву нужно читать вообще каждое утро, да, перед началом любого. Розумієте, все моє знайомство з цим закінчується на той чорній масці проти чорних крапок. Ти використовуєш? Так, інколи буває. Ого, я не знала, що наші хлопчики такі модники. Ну, давайте розпочинати. Кирило, ти готовий? А це ж зміни, чи ні? Так, ну і із того, що, да, нам предоставили кісточки, ми візьмемо. А може, давайте ми вже маленькою будемо? Ну, давайте. Давайте будемо маленькою. Давайте. Можна, да? Так, просто щоб я потім не розпочалася в мене велике прання одразу після ефіру. Так, смотрите, прежде чем наносить, да, я рассказываю, очистите лицо средствами для демакияжа, либо средства для умывания, опять же, подобранные по типу кожи. Для сухой кожи это будет молочко, для жирной кожи это гели, муссы, да, и либо водичкой. Вот сейчас мы Кирилла обработаем просто водичкой. Так. Немножко увлажним. Зранку, так думаешь... Не фарбуватися, сьогодні можна не фарбуватися. Так, думаю, сьогодні не буду. Так. Ну все, він готовий приймати дари природи. Да. Всегда начинайте по масажним лініям. Тобто на нашому лице є, да, і можна встану. Звичайно, да. Звичайно. Є, да, якщо можна немножко прокинути, щоб це все не розтікало. По масажним лініям від центру в сторони по периферії кровообращення. Таким образом ви ще й производите масаж кістями. Це потрясающая вещь, которая расслабляет вам мимику лица. Ні, Кирило, виглядає це, ти знаєш, краще, ніж я собі уявляла. Это на самом деле очень, да, это очень приятно. Здесь же идет и ароматерапия, вы сами понимаете, да? Потому что, ну, себе нужно уделять определенное количество времени. Себя, свое тело нужно любить, как храм хранить в чистоте, да? Поэтому ухаживайте за собой. Вот видите, как хорошо, что мы постелили салфеточку. Вот. Ухаживайте за собой, за своим лицом, потому что кто же вас будет любить, как не вы сами, и как вы можете полюбить другого, якщо не любите себе, да? Ой, я тут з вами на 100% погоджуюся. Дівчата взагалі, ми так себе обожнюємо, ну, тому у нас поэтому в ванні стільки всього. Так, да, любити окружаючих, взагалі, точно буде велике прання. Та ні, ви знаєте, поки що нічого не буде, бо я тут слідкую за всім тим. В домашніх условиях ви можете по зоні декольте шеї, смотрите, шея у нас
снизу вверх идет, да, масажные лимфатические линии. Знаете, мне одна косметологиня завжди каже, що обличчя жінки завершується на декольте. Так. Правильно она говорит, я тоже всегда так говорю. Тут потрібно зінкувати не лише кремами, наприклад, там зранку, ввечері, не лише обличчя дівчата, шия також, це наше з вами обличчя. Як той анекдот, знаєте, що то паспорт жінки, або іноді закордонний паспорт. Так. Кирило, в домашних условиях можна нанести ще второй слой. Лучше прийняти завжди горизонтальне. Да, я теж думаю, що тут ми закінчимо на одному слої. В домашних условиях лучше прийняти горизонтальне положення з любой маской. Для чого ми це робимо? Щоб розслабити повністю міміку лиця. І в цей момент лучше зафіксувати легку улыбку. Да? Такой вот, зафіксуй легку, да, посмішку. Состояние блаженства на лице, да, чтобы оно сохранялось в течение дня. Потому что угрюмая улыбка – это не всегда есть хорошо. Вот, поэтому мы улыбаемся, приняли горизонтальное положение, мышцы лица расслабились, лицо закончилось на декольте, потому что скоро весна. Вот, и хочется, чтобы наше декольте было ровненькое, гладенькое, потому что… будем пляжный сезон открывать. Насколько мы залишаем крыло в таком стане? Если это маска, если мы в нее добавим, допустим, те же молочные продукты, либо глину, мы ее оставляем максимум на 15-20 минут, не больше. Если это пилинг, ну, как в данном случае, ну, тоже 10-15 минут. Но, опять же, мы смотрим по состоянию Кирило, да. Сподіваємося, що ти будеш себе гарно почувати, ми залишатимемо у спокої, роби усмішку. Переходимо до нашого дня для себе, який ми сьогодні присвячуємо нам, коханим. Кирило вже на собі це відчув. В нього була до новин, до реклами, була полунична маска, каже, скільки років скинув? 10 скинув так, років? Стільки люди не живуть. Стільки люди не живуть. Ну добре, на 15 років зараз виглядає Кирило після полуничної маски. А ми продовжуємо дізнаватися і про інші маски із натуральних продуктів. Говоримо про це із нашою гостею. Зустрічайте Юлія Сокольська, вибачте, експертка із натуральної косметики. Юлія, з полуницею розібралася. Я знаю, що ви ще прийшли із різними такими масками, також із натурпродуктів. Як то кажуть дівчата, зараз в мене органічна. И это означает, что это очень круто. Расскажите нам трошки про это. Ну, по поводу того, что сейчас такой тренд идет органической продукции, да, натуральной, естественной, с этим, девочки, будьте очень, ну, не то чтобы осторожны, но на самом деле в любую натуральную, в любой натуральный продукт всегда добавляют консервант. Точно так же, если мы в варенье добавим сахар, это будет уже консервант, да, который способствует долгому сохранению продукта. Точно так же и с масками. В них всегда добавляют консервант. Естественно, максимально щадящий для кожи, для того, чтобы они сохранялись какое-то время. Если вы в домашних условиях сделали себе масочку, обратите внимание, что есть маски, которые хранятся не более суток. Да? То есть потом идет процесс окисления, что очень вредно для самой кожи будет. Если вы сделали... Ну, то есть купили маску, и она закрытая, в среднем по госстандартам они хранятся до 18 месяцев. Это хороший срок хранения, но желательно их все хранить, естественно, в закрытом состоянии, в шкафчиках, в прохладном месте, да, можно в холодильнике, если есть эта возможность. Вот. Либо они могут быть вот в таких вот патчах упакованных. Это одноразовые масочки, я их очень люблю, их очень удобно брать в дорогу. Вот, либо это кремообразные маски, либо тканевые маски. Едешь куда-либо, сумочку себе бросил, утречком перед любым. Они абсолютно разные. Тканевая, к примеру, не требует смывания. То есть она пропитана специальным. Это очень удобно. Не знаю, полуниця тепер – це просто must-have. Я літом просто отак от тазик буду зняти. Ви знаєте, дівчата, вам то, може, через екран там і не дуже видно, бо у нас світла дуже багато. Дивлюся на Кирила і видно, що шкіра стала такою оксамитовою. От справді. Посвіжила. З народження такого не було, тут на тебе. То слухайте, ну справді, я вам так скажу.
А які ще можуть, наприклад, фрукти або овочі входити у склад масок, які будуть корисними для нашого обличчя? Маски очень могут быть разнообразны. Опять же, хочу заметить, что все нужно подбирать по типу кожи. Вот. Есть маски с облепихи, есть маски с алоэ вера, есть маски с всевозможных ягод. Да? Ну, то есть, как бы, в принципе, можно миксовать все, что у тебя есть в холодильнике. О, маска ойерок. Это також классика жанру. Глина, очень популярная глина, она обладает как абсорбирующим эффектом, изымает лишний жир с кожи, точно так же и лифтинг эффектом, поэтому глину можно миксовать со всевозможными маслами. Но опять же, хочу обратить внимание на то, что маски в домашних условиях изготовлены, они не являются таким как бы максимальным эффектом, чем те, которые изготовлены на предприятиях, на оборудовании, да, то есть где микромолекулярно все соединяли. Маска – это как десерт. Вообще моя любимая тема – это маска. Маска – это десерт для нашей кожи. Естественно, мы все тоже любим десерты. Мы каждый день себя чем-то лакомим, вкусненьким, да. И я, допустим, всем своим клиенткам рекомендую использовать маски ежедневно. После того, вот вечером ты пришел, естественно, кожа уставшая. В течение дня это загрязнение газами, там, усталость и все прочее. Ты масочку на лицо сделал, 10-15 минут полежал, кожа тебе очень благодарна, да? Но только нужно быть осторожным, потому что, ну, клубника, как мы заметили, она такая вот, как и вкусная для кожи, так и агрессивная может быть, потому что в ней содержатся кислоты. То есть нужно просто очень осторожно подбирать продукт. За моим спостереженням, мені здається, що вона ще має матуючий ефект. Потому что в ней содержится кислота. Mm-hmm. И она была в чистом виде. Ты не блещишь. Зараз на крилові немає пудри, немає там основы под макияж, тональные основы. Ретинол. Потому что в клубнике содержится витамин А. Это ретинол. Звичайно, на обличчі моє можна смажити просто. Воно таке от жирне. А сьогодні прям дивіться. Не перевершено. Юлія, дякуємо вам за всі поради, що вони нам сьогодні розказали. А ви, шановні телеглядачі, прослухайтеся до головної поради Юлії. Все, що ми робимо, іноді воно може бути як добре, так і погано. В усьому просто міра потрібна. Да. Тому перед тим, як щось робити, консультуємося із фахівцями, читаємо літературу, дивимося на етикетку, проводимо алергопробу. І тоді буде вам щастя і ваша шкіра реально буде сяючою, свіжою, а ви будете неперевершеними. Нагадую, на сьогодні у студії була Юлія Сокольська, експертка з натуральної косметики.